В мире кикбоксинга перемены. Новым главным тренером сборной России в дисциплине Full Contact стал наш земляк Александр Бирюля. Кто не знает, он старший тренер школы STIK. Александр Бирюля – мастер спорта международного класса, а его тренерская карьера перевалила за третий десяток. Бирюля за эти годы подготовил 2 мастеров-международников, 7 мастеров спорта и несколько десятков кандидатов в мастера спорта России. Для меня предложение о работе со сборной страны престижно и интересно. Открываются новые возможности, и у меня будет шанс показать свои наработки. Я прихожу в команду с хорошим рабочим настроением. Совсем скоро отправляемся на сборы. Мне будет интересно поработать с ребятами из различных регионов, посмотреть их школу и показать им свою. Совсем скоро стартует Кубок России по футболу, и барнаульские команды примут в нем участие. Так, на стадии 1-256 вновь будет барнаульское дерби «Темп» против «Динамо». Прошлые 2 матча вызвали огромный интерес среди СМИ и болельщиков. Матч был самым посещаемым за спортивный сезон. А в этом году даже подогревать интерес к матчу не нужно. Футбольная судьба подарила нам главную интригу. Завьялов и Хугаев, экс-игроки «Динамо», в этом противостоянии будут защищать цвета «Темпа». 2 хороших футболиста, которые делали погоду в «Динамо», сейчас они в «Темпе». И, естественно, это подогревает только интересы. Будет любопытно понаблюдать, как именно эти игроки проявят себя в этом матче. В этом году шансы команд 50-50. У «Темпа» очень классный состав в этом году подобрался. Ну и «Динамо» сейчас, ну, по крайней мере, последнюю игру перед большой паузой выиграли. Главная интрига – это Владимир Завьялов. Человек, который чудесным образом лишился места в составе «Динамо». Можно сказать, даже был изгнан из состава «Динамо». Бывший капитан команды, один из лидеров атак. И вот сейчас он встанет «Темпа», принципиальнейшего соперника динамовского. И лично я жду вот чего. Завьялов выйдет, Завьялов забьет, и Завьялов забьет 2. От зеленого газона к холодной Катуни. В Алтайском районе прошел фестиваль Waking Rock 2.0 по вейкбордингу. Это экстремальный вид спорта, который включает в себя элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Отметим, что наш вейк-парк единственный в Сибири, расположенный на искусственном водоеме. На турнире было более 30 спортсменов из Алтайского края, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Чаще других на пьедестал поднимались спортсмены из Новосибирска. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.